Всем здорово, в этом видео я вам покажу, точнее нет, объясню, как прорезинить крылья гайстуфнир. Почему объясню? Потому что я не буду этого делать, так как у меня они уже прорезинены. Что вам нужно? Ножницы, но главное, шарик и клей. Все. То есть, ну, в основном шарик, потому что, ну, без шарика ничего не получится. Если клеем, как бы, без клея можно как-то, и без ножниц, но без шарика вообще никак. Смотрите, вы должны, во-первых, разобрать свою гайстуфнира. Если он от СБ, вообще замечательно. Потому что заклепки, их легко снимать. Просто подковыркиваете, так скажем, каким-нибудь ножиком. Или отверткой минусовой. Ну, минусовая в смысле, ну, такая плоская, не крестовая. И достаете. Дальше достаете эти синие штучки. Берете шарик, просто смотрите вот это вот расстояние. И обрезайте вот здесь столько же. Получается вот такой вот кусочек. Видите, да, у меня здесь наклеено. Такой вот кусочек, так, фокус. Такой вот кусочек. Просто берете и наклеиваете на все три лопасти. Но прежде чем клеить, нужно от оранжевой вот эту синюю убрать. Ибо можете что-нибудь не то склеить. И, то есть, просто отдельно ее берете и вот, то есть, все. Ну, вы меня поняли. То есть, если будете прям разбирать, как я говорю, например, отверткой или ножичком отковернете, ну, ножичком, естественно, аккуратно, берете, просто отделите и приклеите. Дальше просто можете покрасить, можете не красить, смотря как, какая у вас краска. Ну, то есть, понятное дело, из баллончика не надо. И гуашью тоже, и акрилю. Потому что, ну, тогда резина не будет иметь свои свойства. А каким фломастером, пожалуйста? Ну, таким, чтобы не стирался, у меня, правда, он стирается, поэтому, видите, тут темно, так здесь светло. Ну, вот такое сегодня было видео. Недолго. Ну, а что? Типа, будет у меня мираж фафнир. Я его не буду резинить. Ой, блин, проспойлерил. Я заказал себе мираж фафнир, но он придет не скоро. Думаю, где-то в сентябре, что ли. Поэтому вот так. Вот такое сегодня было видео, опять же повторюсь. С вами был Сканер. Всем удачи. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Ну, всем удачи, всем пока. До скорого.